нам недавно в Казань приезжала инспекция из ФИФА. Да, значит, смотрели Казань-арену. Ну, им все понравилось, они были в полном восторге. И культурной программой, и национальной кухней, и нашим гостеприимством. Правда, они об этом не говорили, мы сами все поняли. Вот. Ну, потому что мы же стадион построили 4 года назад, а они каждое воскресенье к нам все равно приезжают. Знаете, вот все были в восторге открытием Универсиады в 2013 году, и было принято решение, что где бы ни проходила Универсиада, ее открытие будет проходить в Казани. Извините, любезнейший, это Казань? Нет, это Ижевск. О, промахнулись. Ну ты хитрец, конечно. Нет, я Ильгиз. Сыки. Давай. И раз. Вы чё? И два. Поцарапайте сейчас. И три. С аплодисментами только от одного появления этой фотографии, но вам надо угадать, кто. Он живет в театре имени Гриаскала Камала с 14 по 28 августа. Однажды он обогнал Рустама Миниханова, и ему за это ничего не было. По слухам, в каждом городе Татарстана у него растет один ребенок. Как минимум. В Болгарии он бы стал Филиппом Киркоровым.